Друзья, всем привет! И даю краткий отзыв о третьей неделе нашего марафона. Неделя пролетела просто стрелой. Каждое утро у нас проходят заправки. На одной из заправок я сама выступала и подробно рассказала тоже свою историю и почему я здесь, в этой компании, почему я занимаюсь этими новыми инновационными технологиями, почему приобрела для себя вот такое уникальное устройство DexNode, да, показала ее. И очень рада, что мне сейчас идет пассивный доход ежедневно. Вот прям это, так знаете, греет, потому что, ну, пассивный доход, он лишним не бывает, и я об этом мечтала. Поэтому радуюсь, что у меня сейчас дома находится такое чудесное устройство. Также у нас во вторник прошел разбор домашних заданий. Это определенно такая школа. В субботу у нас тоже была школа, где обратили наше внимание именно на то, что нужно работать в системе, что у нас есть автоматическая система и как правильно запускать, чтобы была дубликация, чтобы был успех, что нужно выполнять определенные шаги, уже разработанные и ведущие к результату. Вот это было тоже очень интересно подано. А каждую среду у нас презентация. Просто прелесть, классно. Спасибо вообще всем, кто участвует. Как-то тоже сама участвовала, давала отзыв. И по четвергам у нас идут школы. И в этот четверг разбирали и бизнес-маркетинг, отвечали и вскрывали многие вопросы. Тоже было очень много полезного. Ну и также, конечно, выполняю задания различные. Поэтому классно, это заставляет быть дисциплинированными и задумываться над некоторыми вещами, может быть, на которые мы уже не обращаем внимания. Мы уже думаем, да, мы 100 раз уже делали там это колесо баланса, да, мы уже работали с целями и так далее. Но это не значит, что не надо сейчас над этим работать. Вот знаете, как пыль дома, если когда-то вытерли, это не значит, что теперь больше никогда не надо прибираться. Вот то же самое, нужно наводить порядок в голове, нужно прорабатывать цели, нужно задумываться над своими намерениями, над своими планами, ну и, конечно же, действовать. Всем желаю больших успехов, ну а я действую и летим к звездам. Всем успехов!